Привет, с вами магазин фокусов MagicLessonShop.ru. Посмотрим секрет вот этого фокуса с монеткой. Демонстрацию могли видеть выше на этой странице. Смотрим сам секрет. Есть у нас в комплекте такие резинки, 4 штуки. Есть платок и вот такая коробочка сборная. Вначале все как демонстрация. Просите зрителя подписать монету, как-то пометить, чтобы он точно знал, что это его монетка. Кладете ее сюда, выравниваете вот этот квадрат и запечатываете монету внутри. Пока, в принципе, все идет так, как в демонстрации, все очень просто. Никаких секретов нет. Все запечатали, теперь монета вылететь не должна. То есть можете показать, что она здесь прочно сидит. Весь секрет начинается вот в следующем этапе. Вам нужно платочек закрыть следующим образом. Верхний угол, правый и левый. Нижний угол пока оставить открытым. И после этого, когда вы закрываете нижний угол, в этот момент смотрите, что происходит внутри. Покажу без платка. Вы рукой чуть-чуть нажимаете вот так на края вот этой пластинки, одной из пластинок. Как видите, она изгибается. Получается, здесь такой зазор, место, чтобы монета вылетела. То есть, если посмотрите, монетка легко вылетает. Но зритель этого не видит, все происходит под платком. Вот так закрыто. И когда вы начинаете закрывать вот этот последний угол, вы делаете рукой там нажатие на вот эту пластинку. Небольшое такое движение может быть, и монетка у вас выпадет. Это все закрыто от зрителя получается. И вы накрываете этот платок. Монета остается в руке, даете зрителю, чтобы он держал. И дальше уже просто остается как-то красиво обыграть, потому что монета уже у вас в руке, вы ее можете уже в карман убрать. Зритель открывает, монеты нет. Вы достаете его монету из своего кармана. Он убеждает, что это именно его монета. Вот такой вот простой и интересный фокус. Можете заказать в нашем магазине фокусов MagicLessonShop.ru. Ссылка, как всегда, под видео. Переходите и заказывайте.